рады приветствовать вас на территории Измайловского Кремля. Мы очень рады, что сегодня погода нам благоволит. Я надеюсь, что вы проведете этот день с пользой. И также ваши дети оставят неизгладимое впечатление от участия в этом празднике. Добро пожаловать в Измайловский Кремль. Мы все вам очень рады. Замечательным сегодня днем. И хочу поздравить вас с сегодняшним праздником. Счастья, здоровья, удачи. Спасибо. Мы открыли наконец-то фестиваль «Кремлевские фанфары». И я поздравляю вас с этим открытием. Надеюсь, что это будет не последний раз, а продлится на многие года. Также от Комитета общественных связей они вас приветствуют и поздравляют вас с этим. То, что фестиваль «Кремлевские фанфары» вносит большой вклад в патриотическое воспитание, прививая любовь к своему отечеству, уважение к традициям и культурному наследию нашей всей страны. Всех благодарю, и очень хочется, чтобы праздники духовой музыки были чаще не только в Москве, но и в регионах Российской Федерации. Организатором Российского военно-исторического общества «Москва», фонду «Патриот», парку «Измайлова», Департамент культуры Москвы, всем громадное спасибо. Парад, равняйсь смирно, под музыку шагом марш! Thank you.
Иванович Королёв. Спасибо.